Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире «Минск чрезвычайный». У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. За две недели Нового года на пожары ЧС столичные спасатели совершили более 121 выезда. За это время на пожарах погиб один человек, трое пострадали, а вот 5 человек работниками МЧС были спасены и эвакуированы из опасных зон. Теперь подробнее о происшествиях недели минувшей. Минск чрезвычайный. Началась она без каких-либо серьезных по своим последствиям происшествий. А вот в среду в полдень в частном секторе на улице Собинова загорелся дом. Спасателей на место ЧП вызвали соседи. В тот момент жилая постройка уже горела открытым пламенем. Люди смогли самостоятельно покинуть помещение и не пострадали. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. В ночь со среды на четверг один из столичных дворов в микрорайоне Лошица оказался во власти огня и едкого дыма. На парковке по улице Шпилевского загорелся 11-летний Citroen. Пожарные приехали за считанные минуты, но автомобиль уже горел открытым пламенем. Вероятнее всего, машина выгорела дотла по причине короткого замыкания электропроводки. Достаточно 5-6 минут, и автомобиль сгорает дотла. Для того, чтобы снизить риск возникновения подобных происшествий, необходимо своевременно проверять электропроводку машины, делать это только на лицензированных СТО. Также необходимо иметь в машине и огнетушитель. По требованиям законодательства он должен быть объемом не менее 1 литра. Но, конечно же, этим объемом едва ли можно затушить какой-нибудь серьезный пожар. Поэтому спасатели рекомендуют возить у себя огнетушители объемом 5 литров и более. Минск чрезвычайный. Поздно вечером в пятницу в жилом доме по улице Чкалова при розжиге плиты произошла вспышка газа. В результате личной неосторожности термический ожог правой руки 1-4 степени, а это всего 9% тела, получил и был доставлен в больницу 95-летний хозяин квартиры. Остановлюсь на еще одном пятничном происшествии. В квартире по улице Грушевская произошло разрушение аккумуляторной батареи смартфона Samsung G7, в результате чего получил ожог ноги 1-й степени и был госпитализирован ребенок 2014 года рождения. Специалисты устанавливают причину происшествия. О загорании в 20-этажке по улице Янковского в ночь с пятницы на субботу спасателям сообщили жильцы дома. Оперативно прибывшие работники МЧС установили, что произошло загорание имущества в кухне двухкомнатной квартиры. На лестничной клетке 18 этажа огнеборцы обнаружили 28-летнего хозяина квартиры. С ожогом пламени головы, шеи и спины, а это всего 10% тела, мужчина был доставлен в больницу. В результате пожара, причина которого устанавливается, повреждено имущество в кухне и закопчена квартира. В субботу днем в Масюковщине горел частный дом. О пожаре в службу спасения сообщили соседи. Когда подразделения МЧС прибыли на место вызова, пламя уже хватило весь дом. Огонь спасатели потушили, а в комнате под обрушившимися элементами перекрытия было обнаружено тело 86-летней хозяйки. Огонь повредил имущество, кровлю и деревянные части дома по всей его площади 48 квадратных метров. Предполагается, что к трагедии могло привести нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. А именно, это оставленный без присмотра включенный масляный обогреватель. Минск чрезвычайный. С наступлением холодов люди начинают активно пользоваться каминами и электрообогревателями. На полной мощности в частных домах работает печное и газовое оборудование. Чтобы такой обогрев не обернулся трагедией, МЧС напоминает о строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Не сушите вещи и одежду на обогревателях. Не используйте ветхую электропроводку, неисправные электророзетки, штепсельные вилки и выключатели. Не перегружайте сеть включенными в одну розетку несколькими электроприборами. Использование в качестве обогревателей приборов кустарного изготовления зачастую также приводит к перегрузке электросетей и возможному последующему пожару. Также в субботу, но уже вечером, спасателям пришлось тушить пожар в бане, расположенной в подвальном помещении двухэтажного частного дома по улице Звездной. Причиной загорания деревянной обшивки парильного отделения бани стал оставленный без присмотра включенный конвекционный обогреватель. К счастью, пожар был оперативно ликвидирован и никто не пострадал. В воскресенье утром спасатели помогли столичному пенсионеру, вытащив из водоема по улице Шемякина провалившегося под лед в 20 метрах от берега его пса.
МЧС в очередной раз напоминает владельцам домашних животных, что такие случаи в компетенцию спасателей не входят, и каждое подобное сообщение рассматривается индивидуально. А вот днем причиной пожара в однушке по улице Народной стал очередной нетрезвый курильщик. Оперативно прибывшие огнеборцы спасли виновника пожара, 61-летнего отца хозяйки. С отравлением продуктами горения он был госпитализирован в больницу. С вышерасположенных этажей спасателям пришлось эвакуировать еще 3 человек. И еще об одном воскресном происшествии. В квартире по улице Бирюзова помощь потребовалась 4-летнему ребенку, палец которого застрял в отверстии металлического ключа. С помощью подручных средств спасатели достали палец мальчика. В результате ЧП ребенок не пострадал. Такой была оперативная обстановка в городе на прошлой неделе. До встречи во следующий вторник. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.